Добро пожаловать домой, друзья. Это RimWorld, вечная зима, а я все еще Шустер. Здравствуйте. И это весна, и это значит, что настало время садить всем траву, чтобы на зиму был комбикорм, и высаживать поле риса, чтобы вообще было что поесть. Так, Транка отдыхает, и пока она отдыхает, ее бы полечить. И потом, Эль, тебя бы тоже полечить. Ты издеваешься? Лечи сейчас, пока не проснулся. Все отлично. И тебя тоже полечить. Все. Продолжай готовить, пожалуйста. Козликов наших благополучно мы разделали. Добавил сюда ковер, короче, чтобы ей было неплохая столовая, неплохая спальня. Недомогание. Ну, чтобы ей было немножко покрасивше тут стоять. Да, и продолжай работать. Саксина, траву мы высаживаем. Потому что нам нечем даже ИА покормить. Не ИА покормить, а нечем ИА приручить. Он у нас перестал заниматься переноской. Потому что он забыл, как это делается. Так, и комнату нам Калрора прокопал. Что не может не радовать. Слушай, он иногда занимается переноской. Ну, как-то очень-очень сильно вяло. Планировку я пока вот здесь вот удалю. У меня есть песчаник? Песчаник есть. 133. Постройки, стены из песчаника. Вот так вот. И, ну, известняк у меня наверняка есть, поэтому вот сюда накинем. Выровнять, чтобы свет был. И вот это тоже, пожалуйста, обязательно выровнять. Да, работы много, знаю, но что поделать. И планировку вот здесь вот тоже чпоньк удалить. Бум-бум. Калрора прекрасно справляется с своими обязанностями. И уже получше ребятам, они уже не так парятся по поводу того, что у нас все плохо и одни срывы. Так, еды мало, но сейчас как бы будет весна, снег уже вот оттаял. Осел. Самец. А у вас и самочка, да? Может приручить его? Почему нет? Кораблик остался. Тоже разобрать бы. Во. Кабанчик кушает. Перенеси. Хоть тут немножко отсутствует, но в любом случае это шкура. И довольно неплохая шкура. Так, и мне нужно еще приказ разобрать. Вот здесь раз, здесь два, здесь три. Пожалуйста. К исполнению. Супер. Вот здесь мы поставим нашу мастерскую. А, выравнивает полы. Можно, пожалуйста, тебя попросить выровнять вот эти вот места? Нормально. Девчонки прям совсем хорошо работают по Шурику. Наводит марафет. Калрора уже все сделал? Да, смотри-ка. Тогда вот этот вот кусочек, пожалуйста. Ну, заодно и вот этот вот. Тогда что, греха таить? И вот этот вот. Чтобы у нас была здесь мастерская нормальная. Свет. И еще два света. Давай. Ать. Отлично. Работа со светом и пойдет быстрее. Вот так вот. Энергия. Пам-пам-пам-пам-пам. Сделаем вот так, вот так. И сюда закинем.
потом разберем остатки ненужные. Все, спасибо тебе огромное, Эля. Выручила. Эльке бы еще, да, заниматься посадками. Да, сено на траву. Рис успеет вырасти раза три. И мы сейчас уже будем думать о чем. Они у нас почти изучили геотермалку. У нас, в принципе, на геотермалку есть, ну, все. Поэтому... Но придется прокладывать кабель по-дурацки. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мне бы уже надо сделать, наверное, аккумуляторную. Даже не смешно уже. Даже уже не смешно. Чисто теоретически, чтобы сэкономить немножко времени на проходы, можно сделать выход и здесь, допустим. Сделать вот здесь вот, вот такую вот комнату. Сделать ее вот такой вот, вот здесь вот такой вот проход. А сюда поставить аккумулятор. С другой стороны, не очень хорошо, что они будут постоянно бегать через аккумы. Ну, как бы, не знаю, что у нас там по блокам. Известняка 196. Можно продолжать делать двери из известняка. Сюда перенесем все аккумуляторы. И будет неплохо. Чисто в теории. Стена из известняка. Вот так вот. Ну и ребятки будут быстрее сюда забегать. Области. Расширить домашнюю зону. Вот так вот. И это все тоже домашняя зона. Пока здесь не стала делать дальше какую-то либо стену, либо двери. Перенос. Так, он здесь выдалбливает, и я снова делаю все не так. Все, отлично, я довольна. Энергия. Вот здесь вот сразу выравнивай после этого, чтобы сюда протянуть кабель. Чпонька. И все, и сюда пойдет первый аккумчик. Считаю, что очень даже неплохо. Так, Транка, молодец. Вот так вот. Я рискну это сделать сразу же. Слушай, а он даже не потерял эту? Обалдеть. Я удивлена. Так, это уже дымится. Два ветряка пока справляются. Для риса, ты думаешь, сейчас, кстати, холодно, нет? А, мы запретили сеять. Разрешаем сеять. Запретили сеять, потому что тогда было уже холодно. Да-да-да. Так-с. Крэкс-пэкс-пэкс. Что еще я могу сделать? Мне надо озаботиться новым блоком спален. Это бы да, это бы надо бы. Но как они пойдут? Вот так вот сюда? Постройки. Ну, в принципе, да, еще один блок сюда встает. Неплохо. Планировка. В принципе, 7 на 7, начиная прямо с этой стены, да? Не с этой, вот с этой. Вот так вот. 7 на 7, это значит, что... Да, надо выдолбить 5 на 5 и вот здесь сделать эту штуку. Все правильно. Поехали?
Это у нас, да, для Катюхи. Ну да, нормально. Она как раз носильщик. Она так чух-чух сюда. По-быренькому убежала. Здесь комната готова у нас. Здесь можно уже начинать строить какие-либо там верстачки или что-нибудь еще, потому что у нас реально не хватает оружия. Но, конечно, сначала я озаботилась бы геотермальной энергией. Верстачок. Вот так вот. У нас же... Ну, у нас очень все хорошо по этому. У нас все очень хорошо по железу, поэтому я даже париться не буду. Угу. И вот сюда поставлю два книжных шкафа. Надеюсь, у меня с деревом тоже. Ну, нормально, хватит, там 50 надо. У нас все плохо с оружием. Верстак, конечно, мне не особо сейчас поможет. Мне бы, по-моему, электроплавильню сейчас надо ставить, но... Посмотрим. Если есть, то ставим дверь. Катюшку надо будет перенести, это сделать обратно камерой. И вот здесь вот надо будет додолбить два блока, чтобы если что. Надо еще озаботиться медпунктом. По идее, у нас здесь холодильник. Медпункт вообще в идеале делать где-нибудь рядом, но у нас не получается так. От слова совсем, если где-то вот... Ну, я не думаю, что здесь будет где-то проход. Хотя... Чисто в теории. Ну, блин, с другой стороны, его делать поближе к этому. Может быть, может быть. Скорее всего, вот эта вот часть отойдет в медпункт. А тюрьму мы будем делать где-нибудь вот в этой горе. При условии, что здесь киллбокс. Вот сюда. Здесь тоже таскать. Здесь тоже как-нибудь что-нибудь придумаем. Комнату транки я бы реально уже сделала бы вот здесь. Плюс и вход в кухню. Но, с другой стороны, я не хочу, чтобы у нее был этот проходной двор. Если только с коридорчиком делать какую-то комнатку, ну, это такое себе. Но можно и не выеживаться. Сюда. Сюда. Вот так вот, поехали. Не додолбил, ну и ладно. Исследована геотермальная энергия. Основа микроэлектроники. Поехали, молодые. А, ты же строить умеешь? Не назначен строить. Не назначен строить. Никого рядом нет, да, пробегающего? Бывает, пацаны, бывает. Так, геотермальная энергия, говорите, да? Энергия. Геотермальная. Пока у нас все есть, надо этим озаботиться. Вот так вот сделали. И каких блоков у нас больше всего? Ну, в принципе, сланца. Не уверена, что мне этого реально хватит. Хима, ты идеально, конечно, решил. Кривая дверь. Почему нет? Крышу здесь не делать. И поехали. Когда мы сделаем геотермальную энергию, уже можно будет думать о том, чтобы делать посадки непосредственно внутри нашей базы. Так, ты там что делаешь? Ты досаживаешь рис, а потом бы я, наверное, хотела бы очень сильно, чтобы ты начала рубить мне дерево. В больших количествах. И вот это вот тоже дерево срубило. Тогда у нас уже не будет никаких проблем. Ну, у Колорора есть чем заняться. Перенести. Вот это, кстати, тоже перенести. Да, прям сюда ставь. Бам-барам-бам. Голод. Утранки. Блин, а у нас последняя еда. Это прям не радует Муффала. Это прям проблема.
И никого нету рядышком, да? Никаких хищников нету рядом. Ну, придется. Грузовой контейнер с одеждой. Да вы лучше бы с едой. Срочно перенесите. Надеть. Нет, перенести, а там кто наденет, тот наденет. Точно нигде ничего нет? Это енот. Так, Аня, добить муфала. Перенеси, перенеси, перенеси. Мы сейчас, если не добудем пищу, мы охренеем. Поешь мимикан и переноси. За этим кто идет? Последний Вова, да? Так, давай, Транка. И разделывай. Я знаю, что ты тоже хочешь кушать. Но надо постараться. Мимикан, кстати, кончился. Истерика у Гартера. У тебя светошумки? А его нельзя успокоить? Что? Окей. Ты делаешь? Не понимаю. Он не мог сначала, наверное, в свою комнату попасть, бедненький. Все хорошо. Но у вас же есть еще сухпайки, чего вы паритесь? Мне вообще не нравится этот пролак. Что произошло? Я не поняла, что произошло. Я это либо скипнула, либо не поняла, что произошло. Потому что был звук уведомления. И на этом как бы до свидания. Зайчиха, белка. Не надо белку. Белка слишком мало для нас еды. Ну, скоро будет рис. Все, что я могу сказать. О, наконец-то лисички превратились в хрен пойми кого. Что у тебя по здоровью? Я так и подумала. Ну, 8,2, но в принципе-то... Занята я, хорошо. А ты дальше пошла, да? Тебя тоже надо включить? Да, надо. Что еще могу сказать? Я могу дать задание обратно сюда, но, наверное, странки его попытаться снять. Или даже не буду. Вот, например, Кате закину вот это. Коль у нас нету возможности сейчас что-то переносить, условно, да, то делай мне блоки. Они мне будут очень сильно нужны. Пум-п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 ум. Плохо, что вы сюда дерево относится. А сюда древесины не идет. А вот этот склад удалить, пожалуйста. Так, ну вроде пока все хорошо. И Кассандра что-то как-то не накидывает нам неприятностей. Мне еще нужно, чтобы вы начали строить. Да, ну вот вы начали строить. Вот что-то внутренность вы не начали строить. Вот это да.
Главное, в ловушку не попадите. Я знаю, что надо сделать. У нас есть гранит на складе? Да, есть немножко. Я поняла, зачем нам нужно здесь. А ты уже начала, да? Я поняла просто, зачем мне была здесь нужна дверь, чтобы они спокойно проходили сквозь ловушки. Угу. Полечи транку, пожалуйста. Да ёб-моё, ты можешь лечь, пожалуйста? Ну что ты за человек такой? Медицинская. Отдыхать. Лечить. Все, свободно. Надолбало. Только хочешь ее полечить? Да, да, и сейчас угроза нервного срыва. Конечно, да. Конечно. Кутингстон? Серьезно? Не, готовь, родная. Это ты потом будешь делать. Когда закончится все, тогда будешь делать это. Угу, вау, почти закончила. Так, кровать... Ой, кровать, господи. Комнату для Катюхи пока даже не планируют достраивать, да? А тут выровнено, да? Ну, провод мы сюда докинем. Ну, и вот эту тумбочку до сих пор никто не разобрал. Надо четче настроить ваву. Тоже единичка, пожалуйста. И репер тоже единичка. Чтобы ты как-то сама стремилась к этому всему. Что еще мне нужно сделать? Наверное, вот здесь вот мне нужно... Вот так вот выдолбить стенку. Да, молодец, Калроро. Ты прям красавчик. Энергия. Вот так вот. Проложить сюда провод. И заложить сюда стенку. Вот сюда. Что делаешь? Осталось чуть-чуть. Блин, Калрора, ты бы, конечно, лучше комнату сначала сделал, но это здание было сделано, дано тебе впервые, так что... Это факт, факт. Господи. Убери рвоту. Отлично. Кстати, да, разное место для проведения свадеб сюда и место для вечеринок сюда. Заметили, да, кстати, давно не приходили караваны. Хотя, ну, нейтралитет минус 2. Нейтралитет плюс 2. Караваны не приходят. Как-то караванам не до нас. Но, с другой стороны, мне, допустим, им продать уже нечего. Но, с другой стороны, я и не жалуюсь. О, Эля почти закончила геотермалку. Сейчас она так... Мне нравится, как она запускается прям. Уф. Кайф. Голод. Так пойди поешь. Вот. Why so problem? Хорошо. Здесь вроде все хорошо. Так, здесь проложили, да, провод? М-м-м.
Сланца осталось чуть-чуть, да? Вот так, пожалуйста, закройте. Я надеюсь, вы тут как-то сообразите, как это сделать. Надеюсь, вот эти провода... Ну, даже если вот эти провода раздолбают, ну, ладно. Потому что я сейчас все провода буду укутывать стеной. Там делают блоки. Ты же кидаешь их, несешь на лучший склад. Складывай рядом. Складывайте рядом, и дальше кто-нибудь их обязательно отнесет. Ого, медведь, кабаниха. Ну, блин, на кабанов осел ослится. Вот, ну, осел. У нас вот самец. Мне нужно приручить самца. А на это вот охотится. Наверное. Пищи сейчас нет для приручения. Будем надеяться, что ослик останется. Ну, не останется, так не останется. В принципе, мне и моя полностью устраивает. Один будет ИА, другой будет ИА и А. Зачем страдать, зачем, да? Ты идешь? Нет, охотиться, да, охотишься. Куда? Куда побежали ты? Ну, поехали. Хорошо. А вы быстрые. У нас проблемы. А, или может нет. Хорош. Да, проблем нет, но перенести надо. Один ослик остался? Нет, не остался. Это какой? Это самец, кстати. Тогда тебя приручаю. У тебя не опасное кровотечение? У тебя только ушиб, хорошо. Аня идет, Катя идет. Хорошо. Давайте, девочки, давайте. И все-таки, наверное, вот здесь вот хочется прям-таки сделать дверь. О, господи. Зачем так пугать? Постройка, дверь из древесины. Вава? Вава. А, ты там была, ладно. Извини. Не хотела. Здесь отмени. Надо закрыть. Но все-таки здесь будет бегать немножко попроще, мне кажется. А вот это, пожалуйста, спасибо. Вот так. И вот так, давай. Энергия, энергия. Вот так накидываем провод, и вот точно так же пойдет у нас какая-нибудь стена. Только какая? С песчаника. Блин, тупая идея была прям в дверь делать. А что мне мешает на пару блоков перенести провод? Вот так вот. Вот здесь отменить. Нет, сделай здесь дверь. Известняковая дверь. Так, ты делаешь так и работаешь вот так. Вот так вот. Короче, если будут долбать провода, то их будут долбать здесь. Но с другой стороны, мы можем вот сюда перенести провода.
Вот сюда. Короче, разберемся. Будут, если рейды будут делать эту херню, тогда нормально. Тогда что-нибудь исправим. Полечи себя от ушиба. Угу. Не хочешь поработать над вот этой стеной, чтобы дырки не было здесь? Тебе, наверное, вот это стоит выключить. То, что у меня не стоит этот construction tool, или как он... Нет. Не стоит у меня этот мод, где они сами себя не запирают и делают... Ну, правильно, короче, делают постройку. Я на другом сохранении. Поселенца не было дома пару дней. По одной простой причине, да, что она себя заперла в древней опасности. А так, в принципе, все хорошо, все нормально. Так. Чем занимается? А, мне надо, чтобы ты комнаты доделал, малыш. Малышка Лроро. Доделай. Вот это вот выровни. Воодушевление стрелковое завертывание. Хорошо. Построить копию. Вот так вот. Я думаю, оно запитается от этой стены. И надо будет тащить. Постройка, мебель. Сколько у меня дерева? 319. А вот я же могу, наверное, из чего-то другого, да? Вот, например, песчаник взять, сделать кровать. Она будет не совсем удобная, но... Кого волнует чужое горе? Вот так пока сделаем. Чтобы Катюху сюда переселить к нам. Начинайте, давайте уже соединять там все это. А еще будем надеяться... Ну вот с этой стороны к нам не подобраться. То есть ребята будут либо обходить, либо долбиться через стену. Ну, посмотрим. Ну, по крайней мере, это единственный действенный способ, как защитить провод. Впаять его в стену. Ты, кстати, спишь, а я тебя полечу. Да, нет. Я сказала, я тебя полечу. Кто кому предлагает, простите? А, Гюнтер теперь пытается. Ага. Бывший муж, друг. Калрора нам друг. Агартер. Агартер знакомый. Странно. Ну, у него тут прям полно друзей. У нее полно друзей. Вот она... Это только три. Таранка. Блин, у нас на самом деле очень дружная колония. Я бы вам скажу. Прям, ну, за исключением Катюхи. Но Катюха еще как бы не начала ничего делать. Наверное, то, что вот здесь вот все проводят время. Ну, прям... Прям помогает, слушайте. Я прям удивлена. А можно попросить тебя поработать над вот этим вот всем? Чтобы Катюху сюда переселить, и у нас была тюрьма хоть какая-никакая. Пожалуйста. Ты, правда, кушать хотела, но... О, свет. Да, только вот это сначала. Торговец оружием. Наконец-то. Здравствуйте. Катюха, переселяйся сюда. Вот это делаем... Вот так вот. Вы выключили? Не понимаю. Кстати, давай его пока уберем, чтобы оно вообще ничего не жрало. Ну все, остальное Калрора доделает. Супер, мало пищи. Понимаю, Транка. Не хочешь разделать осликов? Они такие милые, такие вкусные. Где там? Снизу идут, хорошо. А еще у меня на прошлой колонии был такой баг интересный. У меня, короче, торговцы появлялись и уходили. А ты куда?
Это ты так пойдешь? А, нет, это ты здесь, окей. О, курочка. Катюха, срочно, пожалуйста. Кто-нибудь еще? О, май гад, газели. Все в кровище просто, куча кабанов. Кабаны и варги. Арбалет ужасный. Понимаю. Продвинутых компонентов 5 штук. Реактивный огнемет продать. Эми-гранатомет. Ну, для механоидов можно оставить. И здравствуйте, и все. Можно, по идее, все золото продать, 700. У нас еще золото просто есть. Вот в чем. Можно себе позволить его продать. Но у них вот рили просто нету ничего нормального. Я ожидала, что торговец оружием мы хоть какую-нибудь пушку купим. А мы можем себе максимум на пехотный шлем взять. Ну, тогда вот так вот и до свидания. Не, ну не до свидания, стойте тут, торчите, потому что мало ли вдруг к нам захотят пристать какие-нибудь мошенники. Сланец-то еще есть? Есть. Что Катюха делает? Несет индюшку мертвую на склад. Тебя надо полечить, что ли? Да. Лечи ее, пожалуйста, по срочнику, иначе она нам ничего не приготовит. Как говорится, вдруг налет, говорит, а мы не в форме, да? Вот индюшатина. Давай, готовь. Что делает Элька? Несет блоки сланца на стену. Сланца? А, да. Сланца. Ну вот. И теперь на кабель. Ну, в принципе, у нас все хорошо. Реально, все спокойно и тихо. Колорора прям вот последние блоки дошлифовывает. Как у него со строительством? Мне просто интересно. Ну, пятерка уже. Представляю, как он будет это делать, будучи более развитым. Винтовка. Ну, винтовка хорошо бьет точечно. Я бы сделала одну винтовку. Вот так вот винтовку бы сделала. Кто у меня вообще ремесленник? Мне, наверное, вот так вот стоит делать. Ремесло. Не, вы не парьтесь, я реально просто не вижу ремесло. У меня уже глаз просто замылился. Кузнец, портной, художник. Ну, как я понимаю, транка, пятерка. Пятерка. Да, транка. Или Эля. Пятерка. Скорее всего, Эля. Гартер просто продолжает это делать. Мурум-пум-пурурум. Толстая шкура, кожа человека. У нас осталось всего лишь 93 кусочка. 93 кусочка. Декор. Кстати, не декор. Врум. Защита. Мешок из человеческой кожи. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, нормально. Сейчас. Вот так. Немножко, чтобы они прям тормозились, пока шлют. Пока идут, чтобы мы успели там где-то выстроиться, еще что-то сделать. Ну, вы поняли. Так, генератор-то геотермальный построен, но он в холостую работает, что капец. Пум-пум-пум. Кутинг стоун. Да ладно, забей. Вот индюшатину разделать можно. Ну,
и все. Отлично, молодец. Ну, теперь точно. Делай, что хочешь. Кошмар. Бедная. Надо лечить? Не надо. О, Колорора прям уже в наших комнатах заканчивает. В первых. Ну и все. Катюхе, тебе нравится твоя спальня? Прекрасная комната отдыха, легкая боль, низкие ожидания, роскошный комфорт. Ну, видимо, кровать неплохая. Столовая хорошая, комната отдыха столовая. Мне прям бы очень хотелось, чтобы они уже как-то начали стену строить. Та-ра-бам-бам-бам. Да, ими гранатомет надо оставить. Он нам в любом случае пригодится для этого. Для мехов. И у нас 600 кожи муфола. А это означает, кстати, что нам нужно сделать швейную машинку. Как-то у нас будет швеей и мотористкой. Вот это не ясно. Вот так вот сделаем. Мебель. Мебель отсюда. Вот эти стульчики мне очень сильно нравятся. Пум-пум-пурурум. Солнечная вспышка. Плохо. Плохо, плохо. Ну, благо, нам ничего готовить не надо. Умственный труд прокачивается, все прокачивается. Пам-пам-пам-пам. Может быть, реально пару газелей, что ли, бивануть? Даже не знаю. Блин, осликов до хрена. Ну, в газели, по-моему, больше мяса. Не, ну вообще медведя бы разделать. Медведя опасен. Медведя, ты когда проголодаешься? Скоро, кстати. Скоро он кого-нибудь забьет. Больше я здесь как бы особо никого и не вижу. Олень или лениха. С другой стороны, еще немножко есть. Но вот я боюсь... Ну, нет, это всего сутки будет длиться, поэтому... Не особо я боюсь, что... что-то у нас пойдет не так. И еще, мало того, что ты фермер на один, я бы хотела, чтобы ты была, Элька, садовод на номер один прям. Солнечная вспышка прошла. Замечательно, у нас снова в холодильнике все хорошо. Угу, да, пора валить деревья. Вот так вот. Здесь тогда как бы хрен бы с ним. Так, Колорора прям должен... Колорора спит. Ну, блин, что-то ты так долго все это делаешь. Мне прям даже... Это как-то даже неинтересно. Все полечены от этих червей ужасных. Из последних просто сил выжимает по блюду. Может, ты тогда займешься? Не займешься, да? Коль ты уж. Вот так, а повар на единицу, да? Да что? Что тебе не выставлено? Тебе, в принципе, ремесло не выставлено, бывает. Не вижу код. Ну, сейчас-то у тебя все выставлено, правильно? Нет.
Ну, художником ты не должна быть. Это, по-моему, за консолькой стоять. Да, это хрен пойми что. Как-то так. Доделаешь хоть винтовку нам. Потому что у меня, получается, гартер может стоять. С оружием в руках, но он не стоит. Да, наверное, здесь надо делать медпункт, чтобы он выходил как раз-таки вот сюда, чтобы кормили их с холодильника. Побыстрее, чтобы все было. Перенести не забудьте. Там Мишка по-любому покушал. Кого покушал Мишка? Ну, Мишка кого-то покушал и съел. Собака сутулая. Жаль. Вы не успели на званный обед к Мишке. О, изготовить винтовку. Гартер, принимай. Тебя надо лечить? Не надо. А тебя тоже не надо. Тогда, как проснешься, обязательно возьми винтовочку. Транк молодец. С едой у нас проблема. Ну, пойдем охотиться тогда, что делать. Отдых ей прям, ну, отдых ей нужен прям. Добить холодос. Но нужен ли мне холодос? Ну, хотя да, сейчас рис пойдет уже. Рис вот 75. Приказы. Ну, мне бы хотелось, чтобы он все-таки успел все выровнять. А Вава почему-то вот прям не хочет строить ничего. Как за ней наблюдаю, она ничего не делает. Не, наконец-то строит мешки с песком. Стоило только побугуртить. У нас на максималочку раскачанная. Прям должна быстренько все делать. А то у нас просто в холостую работает. Ну, очень жаль же. А коробки есть? А производство? Да, есть коробки из древесины, а есть из гидропонная ферма именно. Надо разметить. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Надо разметить. Надо, знаете, что разметить? 11 на 11. Правильно? Да, вот так вот. Я, правда, не помню, сколько там... По-моему, это делается. А, я еще, кстати, косякнула. Одиннадцать. На одиннадцать. И потом что-то как-то где-то дохерачивается, да? Условно говоря. То, что 5 здесь в начале, так 4 или 5, не помню. Хотя вот здесь я могу ошибаться. Ну вот так, если сначала вырежу, в принципе, будет не то чтобы неправильно. Посадки перенесем уже какие-то сюда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь уже ошибка где-то. Нет, 11. Может быть, не с того начала я? Да нет, отсюда и должна вот так вот идти. Вот это не должно было бы так вот идти. Вот так вот мне сделай, я лампу поставлю, и там уже посмотрю. Вот это да, потому что сейчас это к нам подключится,
Основа микроэлектроники изучена, и нам нужно что-то сделать сюда. Сухпайки, паротезирование, отвод пороховых газов, окопная война. И вот так вот, поехали. Одной из тоже главных задач нашего прохождения будет изучение всех технологий. Поэтому будем стараться. Так, здесь скрыли. Аврора спит. Левая почка уничтожена. Ладно, купим мы тебе почку, не переживай. У нас очень мало еды. Миша, ты кем-нибудь позавтракал? Миша не хочет завтракать. Значит, Эля идет охотиться, потому что у Эли нету выбора. Надеюсь, все они на меня не наагрятся, иначе нам трындец. Хорошо. Хорош. Добить и тащить. Пока рис не будет готов, мы прям такие, транка голодная. Да ты там что так медленно идешь-то? Все, 44 года. Тебе уже надо червей полечить, да? Хорошо, сейчас полечим. Лечить, пока она не сбежала из своей комнаты. Хорошо. Так, транка. Несет обломок. Серьезно? У тебя есть что разделать? 28. Да, слишком тепло, кстати. Мало, мало. Блюд уже нет, а вот. Эльки бы, конечно бы... Эльки бы, конечно бы, дальше. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать пару рубашек. Пару рубашек. Пару штанишек. Пока все, чтобы колонисты сменили одежду. Вот. Надеюсь, это будут реально делать не из человеческого... Потому что мы вроде как ее... Мы ее вроде как всю охотится. Мы ее вроде как всю стараемся пускать либо на ковры, либо на мешки с песком. Ну, короче, сзади же нефрита, лол. Или, короче, на те вещи, которые не будут давать нам дебафы. Хорош. Хорош. Умрет через 5 часов. Ошибись. Да, Катюха прям вообще убер долгая. Гартер, добить оленя. Надеюсь, никто не захочет его добить быстрее тебя. Хотя у нас и карта как бы не маленькая. Они все долго идут. Ну, забрал бы, что ли. Давай, разделывай. Еды практически нет. Сейчас тебе еще одного оленя принесут. Амнезия? Гартер вдруг забыл, что он делает. Гартер, неси оленя. Все, все, что тебе нужно знать. Куда? Кого разделываешь? Еще один олень умер. Хорошо. Это, скорее всего, Потапыч его поел. Ну, рисец почти. Во, рис можно собирать. Эль, собери область.
крутяк, еда есть, можно не бояться. Затворничество Транки. Не надо затворничество, у нас кушать нечего. Ты можешь сначала не засаживать, хотя бы собери лисец. Потом, пожалуйста, вот это вот. Крутяк. Ну, 107 риса. Найс. Ты с рисом сейчас нам делаешь вот эту херню. Комбикорм. Продукты. Рис. Растительный рис. Забрать все. Все хорош. Угу. А еды ты нам как бы, ну, не оставила, да? Зачем? Готовь давай. Никто не спит, и ты не спи. Ой, не-не-не, перенеси. Да, для первого этого неплохо. У нас там ничего не дымится. Слабо видно, но вроде как нет. Кто-то... А, это ты копаешь эту штуку. Мебель, солнечная лампа. Да, ну почти угадала. Сложно мне будет, конечно, ее выдолбить, но... Все, вот это доделываешь и можешь быть свободной. Потом сейчас съесть вот это блюдо и все. Иди отдыхай. И вот это перенеси, пожалуйста, чтобы там мало ли вдруг не начал портиться. Все, сенотрава вырастет, жучиное мясо до конца доделаем. Комбикорм начинаем. Отстраивать. Ладно, друзья, спасибо огромное, что были со мной сегодня в этой серии. С вами была Шустра. Увидимся в следующей. Она будет быстрее, чем вы думаете. Увидимся. Пока-пока.